Испытываем новый механизм, автоматическую присоску. Вот. Ну и параллельно сейчас покажу вам работу, которую мы планируем осуществить. Давайте посмотрим, что тут у нас такое. У нас Volkswagen Tiguan, сломанное ребро. Проблема этой вмятины заключается в том, что все это место находится под плотно прилегающим усилителем. Так что покажу вам, как будет осуществляться работа, чем она будет осуществляться. Смотрите видео. Так, друзья, мы ее клеим в начале. Вот, потому что я вам уже сказал, что там глухой усилитель, поэтому изначально объем весь поднимем, клеим. И уже, когда не будет силового воздействия, тогда полезем инструментом. Вот такая клипсовыпрямитель здесь у нас стоит. Вот, пробили крауны и дотягиваем сейчас еще. Итак, друзья, вот так вот выглядит место ремонта. То есть, смотрите, у нас вот эта вот зона, где усилитель, видите, как идет? Он идет, здесь расширение, отверстие, а здесь плотное прилегание. И вот у нас как раз часть вмятины, она попала под вот это вот плотное прилегание. Да? Часть ушла туда, вот в карман, вот, а часть плотное прилегание. Ну вот, если мы с вами заходим через отверстие, сняли освещение номерного знака, то мы попадаем как раз вот в этот вот карман, но это нужен типа брасового, да, который зайдет сбоку. Вот, я вам сейчас покажу инструменты, которыми мы будем пользоваться. А вот сюда уже что-то более узкое, то есть либо киты, либо бритые вот сюда полезут. То есть будем тоже думать. Итак, друзья, по инструменту. Вот такой мы подобрали инструмент. Я вам его неоднократно показывал уже под PDR-эксперт. Я артикул, как всегда, прикреплю. Это у нас 40 сантиметров, восьмерочка диаметр. И вот за счет того, что мы через отверстие отсюда заходим, мы через отверстие заходим и ныряем как раз вот туда в карман. И на кручение осуществляем работу. Мы его жидкой подмышечкой перемотали. Вот. И еще один важный момент. Вот смотрите, мы сюда приклеили клипсу на торец отверстия, чтобы отверстие не изуродовать. Вот. Поэтому будем упираться прямо вот так вот сюда в торец, чтобы у нас все было здесь красиво. И резиночку еще одели на вот эту часть, чтобы тоже лишний раз не уродовать отверстие. Так, друзья, мы начали работать вот с этого инструмента, с восьмерочки. Вот. Но рычага не хватает. Ребро очень жесткое. Чтобы его поставить на место, требуется гиперусилие. Да, инструмент работает, им можно отработать, вопросов нет, но кисть быстро устает. Поэтому мы переходим на следующий инструмент. То есть точно такой же, только большего размера. Это уже десятка. Вот, и, соответственно, у нас побольше рычаг, побольше возможностей. Вот. Вот почему, собственно говоря, и нужно иметь арсенал для того, чтобы вы могли обеспечить высокую производительность труда за счет перехода на более удобные для вас инструменты. Этих инструментов вообще, в принципе, 3 в каталоге. 8, 10 и 12. И, соответственно, длины 40, 800 и метр. Вот, и вы можете всегда выбрать для себя удобный формат для тех или иных задач. Инструменты очень эффективные, я всегда всем рекомендую. Итак, друзья, вот такой вот у нас получился результат. В принципе, мы результатом полностью довольны. Далее я выложу весь инструмент, которым выполнялся ремонт. Всем всего доброго. До свидания.